Встречи в формате выездной администрации помогают жителям быстро найти решение. На вопросы люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. На этот раз собрание проходило в гимназии номер 41. Какие проблемы волнуют жителей, расскажем в сюжете. Мы ждем вот открытия школы. Вот, школу планируют открыть как раз таки в этом году, в 24-м году, 1 сентября. И вот был насущный вопрос, да, откроется ли она на самом деле, потому что да, детей очень много, ЖК практически весь заселен. Представители всех сфер округа открыты к диалогу. В разделе образования частый вопрос о строительстве новой школы на улице Летчика Ларюшина. Процесс постройки на стадии завершения. Началась закупка оборудования. Мы вводим одно из самых крупных учреждений на 1500 мест, школу на улице Ларюшина. И это учреждение, этот корпус, точнее, будет вторым корпусом гимназии номер 41. Мы планируем все школы ввести именно к началу нового учебного года. Пока идет все в рамках тех сроков, которые были утверждены. Надеемся, что без сбоев и без срывов. Вопросы и к блоку жилищно-коммунального хозяйства. 15-му дому на улице Московской больше 50 лет. Он нуждается в ремонте щитовой и замене электрической проводки. В любом случае, мы возьмем эти фотографии. До 30 апреля здесь будет наведен порядок. Свяжешься, покажешь, как будете делать этот ремонт, какие там материалы будете использовать, как мы уже делали. Когда вам приходим, рассказываем, и вы слышите, что мы делаем, вопросы все снимаются. По итогам встречи глава Люберец дал ряд поручений. Ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.